более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои но я не мог первых валик вообще до ПП. Или вторых, не помню, какой-то вальки. Это Трона, кстати, напоивает, блядь, меня почему-то. Что на хули? Я у него спрашиваю, какой у него макрос, он мне не может ответить. Ну он тебе ДПС дает, что ты... Нахуй так со стороны стоит. Прислать, вынес чум. Просто РДС. Может быть кто-то чума забыл. Чума, чума! Маленький. Я вынес, не знаю, хуй. Дух нам.
месяц. Кружок не бьем. Не бейте кружок, бейте другие цели. Сейчас последствия. Кинул на даль. А когда? О, где? Дали накинул. Две минуты. Такая же трупа. Сверни. Печеньку не бейте. Меня опять взяли. Два лока. Лока в Альку. Бить только ром. Сколько на... Режим куда? Есть СС? А мне на микстурку? Блин, где ты толстенький? Слишком далеко. Надо подождать.
Две луч, два луча в одной куче не стоит. Смотрите, как мир рушится. Стоим тут, нахуй, не рвите центр. Центр сбежал. Не забывайте, что после выхода из комнаты сразу, блядь, лужа. Кто? Дай эти. И на выходе будет осквернение, не забывайте. Если кто-то в комнате, не дай бог, даете паладины баблы и таунти не скалится. Если, конечно, у него будет дебаф. И он берет. Чешка в комнате. Ману и назад захилит. На другой. Малекет. Прости. Две комнаты.
скоро. Никто. Последняя. После каждой комнаты можно припоты пить, кто не знал. Пять секунд до выхода. Готовьтесь к искоренению. А чё мы умерли? Так, да, что случилось? Мы все умрём! Можно ли ему зайти за кинжалом на... Да. Это сундуки же. Сакра. Да. Кинжал это по-новому. Кинжал никому не нужен. Никто не открывает сундук. Увижу на этот раз, кто открыл сундук, ебу Гупена. Царь, братишка, ты тут? Брат, братишка... А, он там ПВЕ отдельно. Эх, вдруг ранку плохо обработал. Стоп, стоп, не открывайте еще сундук, с котла судайте за... Смотри, как я... Он хочет одну ручку. Топорик, Зоухаус. Если у него есть, конечно, приор, а не раздавать из рук. Этот мир в пучину хаоса. А сирот пойдет... То место ему уступит после убийства. Вот надо, Шредер, ты вроде офлился, да? А, да, да, после того, как ачилку получишь, офлишь. Да я за осколком? А, ты за осколком, да. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить тебя. Я пас, я бы пас. Да, я хочу. Да. Котлас упадет. Ну как, я пару раз, может, посмотрел бы, ну, не знаю, ребят. Один, два, три. Раздавака вышел, но тогда не заходил. Невозможно. Может, в око пойдем, там убьем Докеля. На РТС расписание завтра. Давайте его тут. Я завтра в суд. Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Я бы сходил. Лут нет. Можно Гера дать.
на пул нужен. Нет, вот вар, блядь, вообще огромный держится. Перетащи Сакраса сюда, Далин Долара. Юпи! Спасибо. ГЦ, да. Спасибо. Оно всегда у меня хорошее. Зашумоньте. Суманивали. И гов... А, Чулан хотел, да, в натуре, я за... Чулан хотел за списание заанролить клятву хранитель, потому что никому... Так, очередь у нас была в прошлый раз закончилась. Осколки... Коня отдашь Мосе, Анро. Не знаю. Такой же роли должны были, нет? Я же вам еще в прошлый раз говорил, что будет, блять, очень. Кто вам сказал, что должны роли? Да кто? Хотя сказал, нихуя. Да. Так пора. Китами, а тебе не надо, что ли, просто? Ну, ахилла, это травма. Слушай. На салу поделаю. Ну, смотрим. Да, здесь только, по-моему, не слышно. Чулан, ну, что-нибудь. Пш-пш-пш. Хьюстон, Хьюстон. Прием. Кукушка, кукушка, я гнездо, как слышно? Прием. Никуда. Какие не... нахуй справедливости, блядь? Мы забирали шмотки за фулл ГП, даже токены мы забирали по 500 ГП с обычки, блядь. А ты говоришь еще не справедливо. Ты вообще новичок. Да-да, мне Т4, блин, впарили. Ой, Т5 впарили за 1200 ГП. Нахуй оно мне надо? Если никому не надо, возьми. Да, за хамовскую дверь. Там совушка кричит. Ну, если ты не захочешь забирать ЗГП, то пойдет на диск, конечно. Я в Долоране. Бедняжка. Да, ты возьми мне перед... Ага. Галя, сейчас принимай. Сейчас я до него... Так, что тут можно позвонить? Давай меня. Всем спасибо. Нужно больше ярости.
Не знаю, не отвечает на звонки он. Меня интересует только магия. Купила мама коника, а коник без ноги. Я хочу, ты скажи, ты. Вопрос первый. Что вы выливаете, если ЕП не дали? Я даю ЕП за то, что... Всем спасибо за рейд. Все молодцы. Он даже назвал... Да. Он что-то говорит, во, раздуплился. Ему накинуть пизды. Кукушка. Как слышно? Что я скажу? Следующий рейд будет по-другому. Ну как по-другому? Да? Каждый рейд будет. Те люди, мой рейд, мои правила. Первое, нахуй. Я вам расскажу, по какой причине я даю коней, блядь. Первое, это люди, которым я даю коня, которые 100% не вернут с гильдии, это раз. Которые умеют играть за свой класс, это два, блядь. И тех, кто в гильдии, нахуй, очень долго. Убили ли чё, парни? Да, убили. Да. Следующий конь, уже кому-то я с хилов отдам. То есть, Маликит, ой, ну зад, бычьи головы, но бычьи головы уже не хилов.